каждая новая карта открывает что-то там. Так. Но... Потому что искать сокровища в потьмах нет никакого аппетита. Аппетит. Ой, какая прелесть. Господи. Я заплачу. Так. Надо сфоткать. Птички. Птички так. Прямо. Ай. Птички. Прямо. Раз. Да. Вот моя, какой симпатичный. Господи. Ой. Ой. Да. Мы знаем, мы уж слышим это. Такие молодцы. Так, это у нас это фоткаем. А еще что? А еще, а вот это сфоткаем. Фоткаем, сфоткали. Так, и дяденьки прицелились в солнце. Дяденьки в солнце. Так. Дяденьки, тетеньки. Тетеньки, дяденьки. Ага. Так. А еще. Еще 84, там 70, все правильно. Все правильно. Так, 70, 84, 742, 856. Так. Маяк. Форт. Все равно. Все равно добержу рак. Нет, не буду. Хоть раз выбери сама. Так. Почему на Фейсбуке прямая трансляция нормальная, а на Ютубе тормозит? Непонятно. Видеокамера. Трансляция с видеокамерой. Это вы мою видеокамеру смотрите. Если чего. Ай, прелесть какая. Господи. Просто. Хоть каждый кадр фоткой. Так, никаких фоток не хватит. Так, чего у нас тут? У нас тут штучка. Так, это у нас юго-запад должен быть.
А у нас что? Юго-запад. Да, хорошо. 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 Это очень хорошо. Даже очень хорошо. Фоткаем. И еще раз фоткаем. Ну, раз. Сфоткали. Дальше поехали. Фотосессия-то какая-то, а не охота. Охота – страсть моя. А что мы так медлим? Не надо медлить. Эй. 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 Очень сильно стебанулись у оскалу. Как-то. Как-то. Мы сейчас идем на поиски сокровищ. А почему мы идем на поиски сокровищ? Эй. Так. Что закрыть там было? Как? Кутер. Кутер-шмутер. А где он? Этот, что ли? Да, надо его захватить, чтоб ему неповадно было на хороших людей нападать. Собака. Собака. Но... напасть и послать его на опасные приключения. Или пока не надо. Или напасть. Да. Ну какой? Пиратский флаг. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Как не стыдно такими делами заниматься. В таком возрасте. Ужас. Вот с кем приходится работать. Так, сейчас. Быстренько. Раз. Так. Здесь мертвая зона. Зона мертвая. Поехала. На-на-на-на-на. Еще стреляет в нас. Хат. Гоняем, 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 гоняем. Ай. На-на-на-на-на-на. На-на-на. Сближение, сближение пошло, сближение. Ну. Ну. Оп. Так. Фальконеты, фальконеты, мушкеты, пистолеты. И чего? А, захват. Захват, 6 пушек, тра-та-та, сюськи-пуськи. Пуськи-сюськи. Сюськи. Пуськи. А, захват корабля. 4 человечка. А еще человечков до 10. До 10 переместить. Так. Теперь. А. Эта штука. Где она? Far Horizon. Horizon. Far Horizon. А может его нельзя отправить сейчас? На опаснейшие приключения. Ай, бандитская какая морда. Господи. Так. Можно его отправить или нет? Или нельзя? Сейчас мы вернемся. Какой симпатичный. Вот эти усечки. Это кто у нас? Шеверка и кутер. Да кутер, что ли, такой? Махонький. Ну ладно.
Так, сейчас мы тогда вернемся мы. Возвращаться, конечно, нехорошо, но... Ой, не-не-не-не-не-не. Нет, мы сначала следуем за мной. А куда делся второй тот самый? Ошибка-то вторая, где? Уже я ее в парту оставил. Ну ладно, ну так... Мои корабли, Шебека. Шебеку. Открытый мир. Да, вдвоем. Шебека. Я не понял юмора. Шлюп. Шебека. Вот он. Маракабио. Маракабио. Почему она там стоит, непонятно. Маракабио. Так. Маракабио. А чё? А, мы корабль в Маракабио. А, интернет паруса. Непонятно, что творится. Мы ещё не вышли из Маракабио, наверное. Так. Что тут у нас? Вот. Вот он. Изверг. А где у нас угробить? Ой, как его заливать-то. Так, сейчас мы его отправим. Готов к отплытию. Да, хорошо. Хорошо. Так, на опасное, безопасное, рискованное пиратское приключение. Так, на пиратское приключение правильно. Теперь пополним экипаж. И все. А. Ремонт. Все-таки они у нас пальнули пару раз. Это все в порядке. Развиваемся потихонечку. Плохо что? Плохо. Это Маракабио? Да. Перейти? Нет. Поднять паруса. Плохо что? Ночь. А здесь уже все светло. Так. Что у нас с этим, с кораблями? Почему он остался в порту? Почему? Непонятно. Ладно. Выходим в открытое море. Открытый мир. Мир открытый. А, я совсем в потьмах. Меня видно? Эй! Нет, меня не видно. Ну ладно. Так. Следует за мной 84 члена экипажа. И поехали. И пошли. О, вот этот раз попутный ветер. Это хорошо. Маракабио. Включаем ускорение. Четвертое ускорение. И... идем на поиски сокровищ. Да, кстати, мы не ответили. С чего это мы ищем сокровища? Испытание. Вот, найти сокровища на островах. Сокровищ. Три штуки. Мы пока нашли два. А этот так и не идет за нами. Непонятно почему. Ну ладно. Так. Поехали. Пошли. Кораблики ходят. А здесь еще один маяк. Шифрные какие. Маракабио. Что, до сих пор не отошел? Не отошел. Почему? Непонятно. Не подчиняется прямому приказу командира. Нахал. Так.
Мы потеряли связь. Вернулся. Ну ни хрена себе. Чего это не работает? Маракад вернулся. Хотя кнопочка же следует со мной. Была нажата. Понятно. Вот там что-то черное белеет. Наверное, затонувшее судно. Точно. Точно затонувшее, точно судно. Так. Карта сокровища. Да, теперь сокровища, наверное, у черта на куличках. Обзор. Карта сокровищ. Каба Деля Вел. Примерно так это замечательно. Показать на карте. О, замечательно. Я теперь всегда в этой бухте буду искать карты сокровищ. Потому что одна здесь где-то, вот тут, а другая вот здесь. Это лучше, чем прошлый раз. То есть в прошлый раз у нас была карта сокровищ вот здесь вот где-то, за Кубой. А вот здесь вот, позапрошлый раз, мы вслепую ходили по компасу, без карты. Карту мы не хотим покупать, потому что это приведет к открытию новых кораблей, и противники станут гораздо мощнее, больше нужно будет тратить на них боеприпасов и денежек. Вот так вот. Идем. Идем за сокровищами. Так, где-то вот. Сокровище. Открытый мир. Открой у нас сокровище. Что такое? Так, сокровище, запад Фримикан, запад, на северо-восток. Видите, что творят? Видите? Прям какие-то собаки. Хорошо. Вывернулись. Выпендрились. Вот уже черепушка наша вылезает из другой черепушки. Черепушка. Англичанин с кем-то. С французом. Что-то не поделили. Главное, чтобы они не подружились против нас. Ой, это кутер и кутер.
Я не его не читал, что это тут друга. Здорово. Этот еле живой. Еще к нам пристает. Господи. Так, что у нас там? У нас там запад. Запад, запад, запад. А что делать? Так, вот там уже что-то проглядывает. Чего это? Ничего, это смог, но жаль. И... чтобы обыскать затонувшее судно, а нет, мы его потом обыщем, а сейчас искать сокровища, потому что сокровища как раз в затонувших затонувших кораблях. Карта сокровищ находится. Но она не появится, пока мы не откопаем предыдущие сокровища. Поэтому нет никакого смысла сейчас обыскивать корабль затонувший. Но там еще чертежи кораблей есть. Но, опять же, мы не купили карту, мы не открыли новые кораблики. Поэтому сколько можно эти кетчи, кутеры эти... все равно мы их строить не будем. Зачем нам столько карт этих? Так, двойная пальма. Это не то. А, двойная пальма. Мачта в виде креста. А теперь запад Финниган. Запад Финниган. Это автостопом по галактике. Посмотрите обязательно этот фильм. Там в главной роли парень, который играл дедушку или папу этого Сумкина из «Властелина колец», у которых волосатые пятки. Он и главу семейства играл. Так, запад. Запад. Теперь одиночная пальма. Ой. А тут и нет одиночных пальм. Может, мы туда пошли? А где этот крестик? Крестик от крестика на запад. Нет, мы заплутали. Ну ладно. Начнем сначала, если что. А, нет, вот. Три. Да, это мы отвлеклись просто. Три пальмы сросшись. Все хорошо. Теперь на юг надо. На юг туда, к бочкам. На юг. Пошли на юг. И копаем. 1700 монет. Каждый раз на сотню прибавляется. А то и на две. Может, на сотню? Наверное, на сотню. Назад к кораблю. И, между прочим, выполнили тем самым задание ежедневное задание выполнено. Я
Нужно выйти в порт, чтобы получить рубин. Круто. Это очень круто. Круто к ветру. Благодаря острым треугольным парусам. Такие кораблики очень круто к ветру могут идти. Такая прелесть. Не говоря уж о том, что он быстрый корабль. Вроде бы даже 17 узлов делал. Какая прелесть. Это гражданское судно. Но как его увидели, как захватили, сразу отказались от чего отказались? От чего-то. Пропало то судно. Потому что там искали сокровища. Вот. Не первое, не последнее затонувшее судно. Идем в порт. Непонятно, что такое. Так, капитан, мы обнаружили хлопок. Круто. Идем сюда. Пиратский корабль. Вы завершили сегодняшнее испытание. Вы получаете один рубин для постройки и обновления маяка. Торгового гильдии или корабела. Закрыть. Так. Так, так. И поднять парус. Поднять парус. Поднять. Парус. Что такое там? Что там? Что там такое? Ладно, так. Дальше поехали. Так, так. Так, так. Деревушка такая симпатичная. Или маяк, или гильдию торговцев. Гильдию торговцев. Улучшили. Так, гильдию торговцев. Чем она улучшила? Улучшена она чем-то или нет? Непонятно. Может, балкончик пристроили. Вот эту тут штучку, сарайчик какой-то. Так, смотрим. Это автоматическая продажа продуктов нашего производства. Продукты производства. И сколько здесь? 11%. Прибыль от автоматической продажи. Так. Сначала 5, потом 8, теперь 11, значит 14,
18 и 20. 20% прибыль будем получать от продаж произведенных на базе товаров. Вот такие товары здесь продаются автоматически. А можно вручную продавать. Так, четверть века, а вторая отказывается с нами ходить на пару сегодня. Утром ходила, а сейчас чего-то не хочет. Наверное, нужно выйти из зоны. Нет, непонятно, почему она не ходит с нами. С нами не ходит. Курс поили совсем. Отличная возможность, когда рядом проплывает невольничий корабль. Если мы захватим его, то сможем заполнить нашу команду бесплатно. Попомнишь? Шебека. Нет, просто. Раз шмальнок, не скажешь. Бегу. Бегу. Тихо. А не то. Ай. Успели. Так. Бегу. Так, рабы, присоединились к нашей команде. Рабы. 60. Шебека. Так, 22 пушки. Круто. Ладно, пойдем в порт. Домой. Все домой. Ура! Вы свободны, люди. Будьте бдительны. Я люблю вас. Поднять просто. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал youtube.com/Granium.
youtube.com/ganio ганио. Вот. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. И что там еще у нас? Делитесь видео нашим. Суйте его в свои плейлисты. Все.